Лёш, прилетела бабушка. Они встретились. Два с половиной года не виделись и встретились. Наконец-таки. Очень и мы познакомились. Так что сейчас мы едем уже на поляну. И дальше будем на поляне. А успели сделать кучу дел. Короче, друзья, 50 тысяч мы не выиграем никогда. Никогда, братишка. Никогда. Поэтому своими трудами... Подходи, Андрюх. Подходи сюда, подходи к нам. Иди сюда, родной. Иди, садись. Садись. Разговор с ним. Как дела? Скажи, нам будут когда-то выиграть 50 тысяч рублей или никогда? Ну, зачем? Я забрал 50 тысяч. Здесь, короче, спасибо, я раскидываю расклад. В следующий раз мы забираем полтинник. Нет, я забрал полтинник и подарил его. Не работает. Я как Рубин Гуд. Забираю. У богатых отдаю. Кажется, слово не воробей вылетит, не поймаешь. Мужик сказал, мужик. Все, тогда этот расклад мне нравится. Все хорошо, ребят. Отлично. Когда конвертики откроешь, когда полтос увидишь, это я. Понял.